Любители экстремального отдыха собрались в эти выходные в Добрянке. В 5 километрах от города прошел экстремальный забег «В отрыв». Основным мероприятием фестиваля стали спортивно-экстремальные забеги по полосе препятствий. Возраст участников от 16 до 65 лет. Все препятствия расположены на маршруте протяженностью от 10 до 15 километров с 2 уровнями сложности по выбору участников. Также в программе открытый турнир по смешанным единоборствам «Воин», фестиваль русского рока, реконструкция средневекового боя, световое шоу, дискотека, лотерея среди участников и многое другое. На городской эспланаде в субботу состоялся первый чемпионат Пермского края по велопрыжкам. Десятки спортсменов-велосипедистов показали захватывающие трюки, приземляясь в аэромат – надувную страховочную подушку. Сразу 2 танцевальных мероприятия прошли в Перми в выходные. В субботу гала-концерт танцевального фестиваля «Августин» в парке «Счастье есть». 4-й год подряд в последний летний месяц на мероприятии собираются танцоры со всех районов города. В рамках фестиваля прошли батлы по хип-хопу, хаосу, поппингу и брейкингу. Специально для тех, кто решил постичь азы современных танцевальных направлений, прошли бесплатные мастер-классы от профессионалов уличных танцев. В воскресенье в парке Горького прошел конкурс «Танцы на выживание». Суть конкурса в том, что все участники выстраивались линиями и повторяли движения за презентером. Движения из разных направлений – зумба, хип-хоп, бразильский фанк, сальса, бачата, самбо и многие другие. Уметь танцевать – все это было не обязательно. Главное – не останавливаться и танцевать ярко и энергично. Через каждый трек – смена линий, чтобы судьи могли оценить всех участников. После 2 часов непрерывных танцев на сцене остались самые стойкие. И все вместе! Поплыли вправо, поплыли влево! Радуемся солнцу, радуемся сегодняшнему дню!